Приветствую всех, меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля, и мы сейчас находимся в парке возле Лестеха. И для чего мы сюда приехали? Конечно же, показать вам, как здесь можно пофотографироваться, какое красивое место здесь. Все-таки осень, это золотая пора природы. На самом деле очень красиво, везде желтые листья. Также не забывайте на меня подписываться, меня зовут дядя Митя. Инстаграм можете посмотреть у меня внизу по ссылочкам пройти и посмотреть, какие можно фотографии здесь получить. Мы это все покажем обязательно. Не, на самом деле очень интересно. Да, людей много. И фотосессию для свадьбы, если у вас таковая есть именно сейчас, я бы вам советовал приехать сюда. Также можно здесь пофотографироваться. У меня даже есть фотографии, такая красивая, в матюшке стою. Да. Холодно было, а мы сюда приехали, полураздетые в этих тонких платьях коротких. Ну то что, нужно было фотосессию сделать. Заходим на аллейку, где можно также сделать отличнейший кадр, который вам позавидуют, ну, многие просто люди, которые будут смотреть на вас. Смотрите, как здесь все красиво выглядит. Не, на самом деле очень круто, блин. Лес такой, парк. Дендрарий. Да. Мне очень круто смотрится вообще такие. Блин, у меня камера что-то бывает от этого ветра. Он не рассчитан никак. Это какие верхушки красивые. Так красиво вообще тут. Не, обязательно надо будет сейчас все заснять. А особенно. Так, куда ты у меня улетаешь-то? Погода, конечно, сегодня, блин, просто офигенная. Ветер дует. Я боюсь, что меня даже быть не слышно. Но. Вот, тут смотрите, да, какой тут кадр смотри. Можно сделать. Такие желтые листья по земле. И сверху зеленые деревья. Все равно хочу тут прям просто пролететь. И там, и там. Ну, согласитесь, прям красиво. Красиво, красиво. Не, офигенно здесь получится. Если вы фотограф, ну, фотографа наймете, я по-любому думаю, то, что он вам поставит кадр, поставит вам позу, какую вы захотите просто. А также здесь еще стоит сам Лестех, который тоже можно на аллею выйти и также его поставить в кадр. Не, обалденная, конечно. Да. Вот такая вот непонятно розового цвета. Что это у нас? Калина какая-то. Ну, кадр такой красивый. Калина обыкновенная. Не, офигенно, тут такие деревья, они все подписаны, также можно прочитать название. Также здесь можно еще и понаблюдать за животными, например, вот как эта белочка бегает. Смотрите. Офигенные такие вот видео можете поснимать. Побегать за животными. Многие люди с тыквами снимаются. Это прям тренд какой-то. Может, я, конечно, немножко отстал от жизни, но тыквы сейчас прям на расхват. Их никто не кушает, но их зато любят почему-то фотографировать и сниматься с ними. Наверное, то, что они желтые, да? Да. Красивые. Ну, красивая, яркая такая, кругленькая лежит, гладенькая. Ну, понятно. Понятно. Одним мы с тобой едим тыквы. Да. И то. Пол тыквы лежит. Ребят, ну вы сейчас сами видели, какие здесь красоты, как это можно все применить. Вы уже, я думаю, сами как-нибудь это все сделаете. Мое только показать, где можно это сделать. А с вас можете даже прислать мне в комментариях где-нибудь ваши фотографии, как вы это сделали, организовали. Кому понравилась идея с местами фотосъемок, также ставьте лайки, не забывайте. Ребят, ну какая же классная все-таки пора, это осень. Тепло, хорошо. Только единственный небольшой есть косяк, то, что ветрено. А так, конечно, благодать, то, что можно прийти, пофотографироваться, поднять себе настроение перед зимой. Ну и зимой тоже можно также повеселиться и порадоваться, так же, как и осень. Даже еще больше, там можно покататься на тюбингах. Ну ладно, это будет в дальнейших моих видео, как мы ездим, катаемся на тюбингах. Смотрите, какая здесь красота, давайте еще раз немножко так посмотрим. Я считаю, то, что для фотосессии улица Ломоносова, которая у нас здесь находится, вполне такая хорошая, да? То, что можно. Здесь очень много парков, в которых можно зайти и пофотографироваться. Жалко какая-то. Нет, мне очень нравится здесь вот аллея именно в парке Схи. Потому что такие большие деревья, желтые листья склонились. Вот эта листва по краям, которая вот лежит желтым ковром. Очень красиво, очень
Осенний? Не, ну очень красиво. Сейчас за моей спиной можете наблюдать эту красоту. Обожаю. Особенно сейчас, может быть, даже последний выходной день, когда так хорошо, когда именно солнце светится и не так уж холодно, да, то, что можно пройти и прогуляться, фотографироваться, руки не мерзнут пока. Не, как бы, да, чуть-чуть. Ну, чувствуешь себя вполне так. А особенно вот это еще, опять же, второе историческое здание здесь, да, СХИ, которое, блин, ну, мне очень нравится на самом деле. Ленин там розовое такое какое-то здание, розовое-белое. Нет, оно не розовое, оно желтое. Или желтое. Выгорело, ну, да, розовое какое-то. Оно желтое цвета. Не, придает этому парку изящности, где можно вот вдохнуть немножко истории, а также посмотреть на бюст еще. Не, классно. Классно, конечно. Блин, офигенно. А, кстати, раньше СХИ тоже носил имени Глинки. Да. Угу. А потом переименовали, и когда он стал университетом, ему присвоили имя Петра Первого. Раньше, может, здесь даже поэты прогуливались. Сейчас мы прогуливаемся. Людей также много, все фотографируются. Ну, потому что, ну, реально надо ухватить вот этот последний шанс. Сесть в последний вагон, как говорится, и сфотографироваться перед зимними каникулами. Да. Сейчас начнется ноябрь, в ноябре будет уже мрачно, темно, все сыро. Да, сейчас, конечно, классно. Октябрь, блин, удался в этом году. На море даже люди купаются. Блин, ну в этом году вообще все поменялось как-то. Ребят, ну не забывайте на меня подписываться. Все, всем удачи, пока. Все, всем благ. Пока.